Всем привет, вы на канале Crypto Commons. Ну что, это быстрый апдейт. Биткоин у нас сейчас подходит к зоне сильного сопротивления. Как вы можете видеть сами, это была очень серьезная поддержка в позапрошлом году. Нижняя граница этой зоны — это 28 тысяч. И также здесь верхняя граница — 33 тысячи. Потом снова 28 тысяч. И вот снова мы подходим к этой зоне. Здесь как минимум какое-то сопротивление сверху стоит ожидать, на мой взгляд. Может, конечно, если мы сейчас пойдем сразу сильно выше, пробьем его ложно как бы, но потом как минимум вернемся на его ретест, я думаю, если даже не вернемся в этот канал. Вот, может, опять же, мы не так быстро сейчас пойдем, потому что смотрите, сколько здесь было флета, мы можем сейчас просто зафлетить в этом канале. Но похоже, что мы неплохо отбились от дневной сетки EMA Ribbon и идем по экспоненте. Биткоин, как вы видите, чихал на все эти медвежьи дивергенции. Зеленая точка на сайфере загорелась сразу после красной. RSI тоже смотрит хорошо наверх. И на недельном таймфрейме RSI тоже смотрит наверх. И все у нас вообще прекрасно. Зеленые свечи хайки наши, друзья. Поэтому сейчас начнется самое интересное. Вот в этом блоке 28.33. Друзья, я думаю, что имеет смысл там фиксировать еще часть позиций, которые мы держим с вами вместе на Bybit. Я надеюсь, что держите вы тоже. Напишите в комментариях, держите ли вы позиции. Лонги, шорты, что у вас? Вот, я держу все еще Dash, Audio, BitDAO, Bitcoin, эфир. Думаю, что все пойдет сильно выше. Litecoin, Mana, XRP. Посмотрите, как сходил XRP, друзья мои. XRP показал вообще четкий выход с пробитием предыдущих хаев. Я, собственно, снова по нему догрузился по пробитию предыдущих хаев. Стою сейчас, идет коррекция. Но посмотрите, какая парабола, ребята. Какая красивая парабола вырисовывается. И мы не знаем, докуда она. Мы не знаем, докуда эта парабола нас доведет. Но мы знаем одно, ребята, что очень похоже, что рост продолжится дальше. Потому что, смотрите, по TRDR, опять же, мы удержали сильный уровень. Ничего здесь не произошло. То есть мы опустились четко до него. Этот уровень был обозначен ранее. Обязательно проверьте подписку также к нам в Telegram, потому что мы там оповещаем вас по TRDR. Вы, в принципе, можете сами себе добавить это по ссылке из описания. Там есть TRDR. Очень крутой индикатор по ордербуку со всех бирж. По эфиру здесь происходит то же самое. Смотрите, мы входим в блок сильного сопротивления. За исключением того, что вот здесь, когда мы тестировали, когда эфир тестировал 2000, биткоин стоил 25. То есть биткоин сейчас стоит дороже, чем эфир, получается, тогда, если сравнивать. Соответственно, потенциал у него выстрелить наверх еще куда больший и вернуться в коридор средних значений куда-нибудь на 3600, а то или на 4 с чем-то, друзья. Потому что эфир к битку, как мы видим, перепроданный. Эфир к битку перепроданный на RSI, на сайфере. На RSI-фере. Вот, и это может сильно выстрелить. Хотя сейчас в моменте еще похоже на то, что он упадет. То есть нам может на 78-ю фибу куда-то. Пока биток сейчас, видимо, еще сильнее выстрелит. Да, похоже на то, что биток выстреливает первый, друзья. И альты к битку чуть-чуть еще дампятся и потом тоже начинают стрелять. Но дисклеймер, не финансовый совет, это всего лишь мое мнение. Все ссылочки в описании, лучшие биржи, обменники, кошельки проверенные. Наш телеграм-канал, чат, обязательно вступайте, друзья. Всем профитролей, спасибо, что посмотрели. С вами был Гриня. И напоследок, вот такое вам супер крутое видео про историю биткоина за эти 13 лет. История цены биткоина. Поэтому в долгую не забывайте, ребята, что BTC растет и продолжает расти. И будут, конечно же, коррекции,
Но будут после этого и взлеты, ребята, и такие взлеты, что все предыдущая история покажется просто прямой линией на графике, как это обычно и бывает. Как это и было, как это и будет. Всем профитроли, удачи в торговле, накапливайте BTC на спот. Рекомендую ознакомиться с рабочими офигенными обменниками в описании, шахтой FastChange, и накапливать BTC в долгосрок. Всем пока, до следующей встречи.